Вау, сегодня у нас 8 марта. Мы выбрались в пляж Лузановка прогуляться. Свежим воздухом. Да, свежим воздухом подышать. Хотя, конечно, погода немножко колючая, но это все равно не мешает праздничному настроению. Ну что, прогуляемся? Посмотрим на море. Здесь раньше катера. Катера ходили. Это была касса, да? Да, да, да. О, смотри, какое шумное море. Побережью мы не пойдем. Ой, я думала. Свежо, конечно. Свежо. Такой ветер сейчас свежий. А вон зубы эти катаются. Мама дорогая. А, да. А что это? Это вот эти вот... Море, это же... Смотри, пляж. Где хочешь, там и ложись. Да, это точно. Где хочешь, там и ложись. Сейчас бы я бы не ложилась, потому что слишком свежо. Опа, прибежит к песку. О, это точно. Да, ветер, конечно, синий. О, смотри, ветер, сколько чая. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь много туч. Ты такой экстрим. Как им не холодно, посмотри. Да, но они в костюмах сегодня. Слушай, ветер тут прямо что пронизывающий. Все дорожки, все, рьем, а то простудишься. Да, конечно, я не рассчитала. Хотя бы, по крайней мере, шарфик было бы еще, по крайней мере. Но ты знаешь, я думала... Лимон — это клуб какой-то, лимон — кафе. Но пока еще не сезон, холодно, людей еще мало. Даже несмотря на праздник и выходной, людей очень-очень мало, потому что погода не располагающая. Идем в парк, прогуляемся. Конечно, люди и выбираются на природу, делают шашлыки, но все равно сегодня неуютно. Даже хотя бы если бы не было такого сильного ветра, то было бы намного лучше. Правда? Да.